Неделю назад во время обхода мэра микрорайона Макаренко к нему обратились местные жители. Рассказали, что два судебных решения по сносу гаражей были вынесены полгода назад, но только ВОС, то есть гаражи, и ныне там. Анатолий Пахомов дал поручение немедленно разобраться в ситуации. Накануне в присутствии службы судебных приставов, сотрудников полиции и мэрии начался демонтаж нескольких железных гаражей. Срезка замков, петель ворот, а также инвентаризация и вывоз имущества уже проведены на нескольких объектах, подлежащих сносу. По решению суда будут демонтированы 8 гаражей. В настоящее время проводятся мероприятия по понуждению людей, собственников имущества, чье имущество расположено в гаражах, к освобождению и добровольному вывозу этого имущества с последующим демонтажом, то есть сносом этих гаражей. Как любые собственники, конечно же, они возмущены в связи с тем, что гаражи будут сноситься. Просят единственное, конечно же, время для того, чтобы вывести имущество какое-то, которое находится в объектах, подлежащем сносу. Мы в любом случае идем им навстречу, чтобы какой-то разумный срок дать. Помимо гаражей, у которых есть собственники, ряд строений признаны бесхозными и также будут снесены. Все работы планируется завершить к концу недели. На этом месте в будущем планируют разбить небольшой сквер. Еще несколько гаражей снесут в районе детской поликлиники. Там появится долгожданная бесплатная парковка.